Welcome to Grub Station, the D-Way Channel. Всем привет, ребят! Сегодня в выпуске обзор ступенчатых сверел, адресных дисков и бит для гравировки. С сайта gearbest.com. Погнали! Итак, начнем со ступенчатых сверел. Об упаковке распинаться не стану, перейдем к нашим сверлам. Сразу же скажу, цена этого набора всего лишь 14 баксов, то есть почти 1000 рублей. По сравнению с ценами в местных магазинах, которые торгуют подобными сверлами, это смешная цена для такого инструмента. Так как у нас цена за одно такое сверло, возьмем, например, самое большое, доходит до 1800 рублей. За одну штуку это еще не самое дорогое и хорошее. Материал сверл – быстро режущая сталь, HSS. Размеры отверстий, которые может высверлить самое большое сверло из этого набора, от 4 до 32 мм. Среднее сверло – от 4 до 20 мм. И самое маленькое – от 4 мм до 12. Итак, что же такое ступенчатые сверла? Ступенчатые сверла называют еще конусами, по форме рабочей части. Для отечественного рынка, на котором есть много различных видов подобных изделий, данная продукция в некотором роде новинка. Люди неискушенные имеют смутное представление о том, зачем вообще нужен этот инструмент, и не будет ли его приобретение напрасной тратой денег, если выбор традиционных привычных для нас образцов и так огромный. Итак, достоинство ступенчатых сверел – это большой ресурс, который обеспечивается повышенной прочностью режущих кромок, точная выдержка необходимого диаметра отверстия, устойчивость к перегреву, и стружка удаляется немедленно. Универсальность. Конусным сверлом можно одновременно проделать отверстие и снимать фаску, экономия времени налицо. Удобство работы. Одним инструментом можно высверлить различные диаметры. В случае использования обычных сверл их приходится подбирать, менять, а это лишняя трата времени. Возможность работы с различными листовыми материалами – пластиком, металлом, фанерой и рядом других. На различных форумах идет довольно много споров о целесообразности приобретения ступенчатых сверел. Кто-то сомневается в возможности их самостоятельной заточки, кого-то не устраивает цена, а некоторые просто не могут понять специфики, а следовательно удобства их применения. Если суммировать мнение тех, кого называют умелые руки, которые уже опробовали данный инструмент в действии, можно прийти к выводу, что ступенчатое сверло обладает целым рядом преимуществ перед традиционными аналогами. Перейдем к отрезным дискам. Набор состоит из 5 дисков и хвостовика. Диаметр хвостовика 3,2 мм, так что он подойдет под любой гравер. Диаметр дисков из этого набора самого большого 44 мм, а самого маленького 22. Материал, из которого изготовлены диски, это HSS – High Speed Steel. Это общее определение группы быстро режущих сталей. HSS – сталь применяется для изготовления большинства количества различного режущего инструмента. Обычно это сверла, фрезы, метчики и плашки. Как указано производителем, этими дисками можно резать дерево, пластик, медь и алюминий. Ну и напоследок набор бит для гравировки. В наборе идет 10 бит с разными формами режущей части. Толщина хвостовика 3 мм, а длина бит в среднем до 5 см. Биты подходят для обработки дерева, пластика. Биты сделаны из легированной стали. Легированная сталь – это сталь, которая кроме обычных примесей содержит элементы, специально вводимые в определенных количествах для обеспечения требуемых физических и механических свойств. Эти элементы называются легирующими. Легирующие добавки повышают прочность, коррозийную стойкость стали и снижают опасность хрупкого разрушения. На этом все ссылки в описании под этим видео. С вами был, как всегда, Дред. Подписываемся на канал, поднимаем ваши пальцы вверх. Всем пока!